Какие классные товары вы увидите в этом видео, а те, кто досмотрит видео до конца, смогут поучаствовать в конкурсе. Поехали! Всем привет, друзья! В этом видео вы увидите крутые и полезные гаджеты для дома с сайта AliExpress. Рекомендую пользоваться кэшбэком, так вы сэкономите деньги с покупки. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И как всегда, в конце видео будет конкурс. Приятного просмотра! И первым классным товаром у нас будет ортопедическая подушка от Xiaomi. Подушка имеет более 10 тысяч маленьких воздухопропускных отверстий, которые высвобождают влажность и излишнее тепло, и выполнена из малазийского латекса, что говорит о том, что подушка не потеряет своих свойств на протяжении всего срока службы. Высокий уровень упругости помогает занять голове и шее правильное положение. Подушка приобретает нужную форму, чем и обеспечивает качественный отдых. Латексная подушка долговечна, она не деформируется и не оседает. Кстати, подушка бесшовная, что само по себе хорошо. Первоклассный материал лицевой стороны защитит вас от частиц размером всего в микрометр, так что можно забыть о клещах и наслаждаться здоровым и крепким сном. Удобный многофункциональный столик-трансформер. Это замечательный аксессуар для любого пользователя портативного компьютера. Устройство подходит для обустройства в нем любого ноутбука, планшета, книжки или вообще чего захотите. Его также можно использовать как прикроватный столик или столик для ноутбука в постель. На столешнице имеются две небольшие панельки, которые будут придерживать ваш ноутбук или другие ваши гаджеты от соскальзывания. А складная конструкция поможет в легкой транспортировке. Столик изготовлен из алюминия. Ну а это приспособление пригодится абсолютно всем хозяюшкам. Магнитная двухсторонняя губка для мытья окон. Это уникальная разработка, позволяющая самостоятельно выполнить качественную мойку окон. Вам больше не понадобится балансировать на краю оконного проема, рискуя выпасть или тратить средства на вызов специалистов. Двухсторонняя щетка поможет выполнить уборку быстро и без особых усилий. Устройство представляет собой две губки с вшитыми внутрь магнитами. Для того, чтобы помыть окно, одну из щеток необходимо установить с наружной стороны окна, а вторую с внутренней. Передвигая внутреннюю щетку, вы одновременно очищаете от загрязнений наружную сторону стекла. Вам знакома ситуация, когда пульт от телевизора или стереосистемы невозможно найти? Так забудьте об этом. Расположите все ваши пульты на удобной подставке, которая выполнена из высококачественного пластика. Благодаря мягким накладкам на нижней поверхности подставка не скользит и не царапает мебель. Хранить можно пульты от телевизора, кондиционера, аудиосистемы и любые другие пульты. Она удобна и практична в использовании и вмещает 4 пульта. Щетка-массажер для ваших любимцев. Отличная массажная щетка с кошачьей мятой, которая была разработана, чтобы активизировать и стимулировать уникальные чувства вашей кошки или собаки. Щетка легко монтируется на плоских или угловых поверхностях. Для этого нужно просто прикрепить ее к поверхности на высоте роста вашей кошки при помощи клейких полосок, входящих в комплект, или при помощи шурупов, которые приобретаются отдельно. Во внутреннем отсеке щетки помещен небольшой мешочек с кошачьей мятой, которая будет служить дополнительным стимулом, чтобы привлечь вашего питомца. Электрический кран-насос для бутилированной воды. Прекрасное устройство для питьевой воды на вашей кухне или в офисе. Электропомпа для бутилированной воды имеет стильный и лаконичный дизайн. Смотрится очень стильно и современно. Чтобы начать пользоваться краном, нужно зарядить батарею при помощи USB-разъема. Затем надеть на помпу на бутыль. Услышав, как сработала защелка, вы можете быть уверены, что помпа закреплена надежно. Красная кнопка на панели помпы служит для подачи воды. Вы можете регулировать ее подачу, нажимая и отпуская. Подача воды происходит через погружной насос. Это намного удобнее, чем стоять и качать воду механической помпой. Пусть ваши стены немного оживут, добавьте на них декоративных бабочек и передайте вашему дому немного романтики живой природы. Бабочки являются отличным аксессуаром для украшения различных праздников. Они изготовлены из водонепроницаемого ПВХ, тонкого пластика. Они не промокнут и не отклеятся в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Бабочки имеют клейкую ленту на обратной стороне, также их можно клеить на любую гладкую поверхность. Метеостанция – это современные высокотехнологичные средства, необходимые для каждой семьи. Она, кроме измерения всех основных погодных показателей, таких как температура, давление и влажность воздуха, также показывает дату, время, имеет будильник и еще выносной датчик. Благодаря домашней метеостанции вы всегда сможете отследить перепады давления и заранее принять меры по стабилизации самочувствия. Такая метеостанция – это ваш маленький и точный домашний прогноз погоды.
Удобный подлокотник органайзер станет идеальным средством при создании условий для комфортного отдыха. Теперь вам не придется искать нужную вещь по всей комнате, вставая при этом с любимого дивана. Теперь у вас все под рукой. Он имеет 6 карманов для организации и размещения предметов. Может использоваться в качестве подставки под напитки или закуски. Прекрасно подходит для хранения журналов, газет и книг. Обеспечит легкий доступ к пульту, очкам и мобильным телефонам. Органайзер без труда крепится к большинству домашних диванов и кресел за счет уникальной формы и размера. Скоро осень, и такой прибор вам точно пригодится. Это ультрафиолетовые сушилки для обуви. Они являются уникальным изобретением. Они предназначены для использования в спортивной обуви, обуви для активного отдыха и повседневной обуви. Внутри каждого прибора используется двойное количество ультрафиолетовых ламп, что дает возможность уничтожить 100% грибков и других неприятелей за время обработки всего 6 часов. Сушилка обладает ярко выраженным фунгицидным действием. Также обладает дезодорирующим эффектом и устраняет неприятный запах внутри обуви. Регулярное использование данного прибора позволит не только уничтожить грибки, бактерии и запах, но и предотвратить их появление в обуви. Настенный уличный светодиодный светильник на солнечной панели с датчиком движения. Предназначен для уличного наружного освещения стен и подходов к дому, освещения калиток, ворот, гаражных выездов, крыльца дома, садовых дорожек и заборных ограждений на территории вашего загороднего дома или на даче. Может применяться как ночное, автоматически включающееся-отключающееся дежурное освещение для имитации эффекта присутствия хозяев, в том числе для подсветки периметра территории и самых строений, а также вторых и последующих этажей дома над окнами, балконами и так далее, что весьма красиво и эффектно. Установка возможна везде, где есть проникновение прямых солнечных лучей для запитки внутреннего аккумулятора светильника. Если вы придерживаетесь правильного питания и не приемлете обеды в фастфудах, вы обязательно оцените преимущества термо-ланчбокса. Он предназначен для тех, кто ценит комфорт, но не обладает большим количеством времени. Внутренняя колба, выполненная из нержавеющей пищевой стали, легко моется и не сохраняет лишних запахов. А внешний пластиковый корпус без выступающих углов обеспечивает удобство в переноске. Герметичная прослойка и специальные клипсы позволяют сохранить содержимое бокса при наклонах, а все вместе обеспечит сохранность температуры на 5 часов. Для того, чтобы уберечь ребенка от травм или ушибов, необходимо закрыть все более-менее опасные поверхности чем-то мягким. Для этого идеально подойдет защитная лента для мебели из вспененного полиуретана повышенной прочности. Она надежно крепится на любую гладкую поверхность при помощи двухстороннего скотча и защитит вашего ребенка от травм во время игр и передвижения. Лента легко моется, не имеет вкуса и запаха, выдерживает большие нагрузки и удачно впишется в любой интерьер. Недорогой звонок для входной двери. По своему исполнению выступает в качестве отдельного устройства, которое защищено антивандальным корпусом и предусматривает на внешней стороне кнопку вызова и объектив встроенной видеокамеры. Распространенным местом установки подобной панели служит поверхность стены в подъезде рядом с выходной дверью квартиры. Основное ее назначение состоит в подаче звукового сигнала и передаче видео на панель видеомонитора. Также есть вот такой вариант, называется видеоглазок, который подходит на смену обычному дверному глазку. Вам уже не нужно будет подходить к двери, прислоняться к глазку и пытаться что-то рассмотреть. С видеоглазком увидеть посетителя можно на цветном мониторе, часто вообще не подходя к двери. Круговой душ для быстрого и удобного мытья вашей собаки. Это совершенно новый подход к проблеме грязной собаки. Подсоединяется к стандартному садовому шлангу. Он имеет специальное регулируемое кольцо, которое окружает вашу собаку и очищает струями воды. Есть отдельный отсек для шампуня, который вы можете включить или отключить, когда захотите. Душ оснащен ручкой управления давления, что позволяет настраивать напор для собак любых возрастов, пород и размеров. Так что вы можете мыть шампунем и ополаскивать водой на открытом воздухе без суеты и никакого бардака. Вакуумный мешок для хранения вещей. Это то, что вам просто необходимо. Вакуумный мешок поможет сэкономить место в вашем шкафу. Благодаря герметичности упаковки, вещи, сложенные в пакет, плотно сжимаются и их объем уменьшается более чем на 50%. Вакуумный мешок можно использовать для сезонного хранения одежды. Осенью и зимой он уместит в себя ненужный летний гардероб. Весной и летом в нем удобно разместятся тяжелые зимние вещи. В таком мешке ваша одежда не испачкается, не запылится, а материал пакета будет служить надежной защитой от моли и других насекомых, влаги, сырости, плесени, запахов и обесцвечивания.
Однорычажный гибкий смеситель для кухни. Актуальная модель, которая прекрасно впишется в любой интерьер и дополнит существующую сантехнику. Благодаря высокому изливу вы без труда вымоете посуду и продукты больших размеров. Пластиковый аэратор насыщает водную струю воздухом, что делает ее мягкой, без брызг, распадающейся при соприкосновении с поверхностью на небольшие капли. Ухаживать за смесителем очень легко. Достаточно регулярно его протирать мягкой губкой с некислотным моющим средством. Смеситель устойчив к налету и ржавчине и не требует частой чистки. Цифровой термометр со щупом. Высококачественное изделие с высокой точностью измерения. Стальной термометр-щуп имеет широкий диапазон измерения температур от минус 50 до плюс 300 градусов с точностью показания до 10 части градуса. Такой щуп станет необходимой частью домашнего обихода. С помощью него вы можете померить температуру воды в ванной, измерить температуру внутри мяса в духовке или, наконец, узнать точную температуру в вашем холодильнике или просто на улице. Прибор очень прост в применении, имеет встроенную память и очень долго работает от одного комплекта батареек. Бюджетная, но качественная беспроводная IP-камера является идеальной камерой для систем видеонаблюдения внутри помещения на основе потоковой видеосъемки. Вы можете получить доступ к камере удаленно через интернет и можете сохранять снимки или записывать видео со звуком на SD-карту. Оборудована камера инфракрасной подсветкой с функцией ночной съемки до 10 метров, что позволит фиксировать происходящее в условиях слабой освещенности. Рассчитана на внутреннюю инсталляцию и идеально впишется в любой интерьер. Встроенный микрофон сделает возможным запись звука, а датчик движения, угол обзора в 170 градусов и возможность поворота корпуса по горизонтали и вертикали сделает ее вашим стражем в любое время суток. Светодиодная лента создает более теплое свечение и может использоваться в любых уголках или вне помещений. Очень красиво и необычно будет смотреться, если вы приклеите ее сзади телевизора. Для питания всего отрезка необходимо напряжение в 12 вольт. При этом потребляемая суммарная мощность составляет 24 ватта. Лента прикрепляется при помощи скотча с двухсторонним липким покрытием, а также имеет USB-вход для удобного подключения. А вот и конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, в каком городе вы проживаете. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!